Какая же жуткая жара на улице, я просто не могу. Но мне даже по кайфу в какой-то степени, потому что это всяко лучше, чем мерзнуть. Всем добрый вечер, с вами сегодня я, Дзефантроп, и сегодня у нас замечательная игра под названием Fear. Мы ее, соответственно, уже начали на одной из трансляций, сейчас же мы... Я только проснулся, поэтому еще не могу нормально разговаривать. Думаю, в процессе как бы разговорюсь и будет чуточку получше. Поэтому давайте я лучше просто нажму индивидуальная игра. Загрузка. Билл Моди. По идее, это последнее место, где я сохранился. И пойдем развлекаться. К сожалению, игра оказалась как-то намного проще, чем я ее запомнил. Но я думаю, это не критично, и в скором времени все закончится тем, а почему я не могу ходить, что меня жестоко изобьют. Так, а я не понял. Клавиатура как-то не реагирует на часть моих команд. Так, стоп, а в чем прикол? Управление, команда управления, шаг вперед. А, о, интересно, шаг вперед, хорошо. Назад, влево, вправо. Бег, shift. И приседание, control. А что произошло с моим этим самым? С моими назначениями, я не понял. Как-то они все тупо взяли и слетели. Так, F, перезарядка, прицеливание. Давайте, да, ПКМ я. Редко дерусь в рукопашке. Фонарь. Так, ускорение. Это, наверное, имеется в виду режим замедленного времени, да? Ну, давайте на... V. Фонарь на L. Предметы. Аптечка Z. Давайте вот так вот попробуем. О, все, я теперь могу ходить. Фонарь. Что я вообще имею в качестве оружия? Ну, в принципе, что-то да есть. Вот только я немного не помню, куда мне все-таки идти. Я, ну, это вот проблема Fear все-таки, потому что локации здесь, ну, слишком уж похожи между собой. Но, по идее, я пришел оттуда, прошел здесь, соответственно, ушел туда. Там походил и вернулся в итоге обратно сейчас, то бишь. Давайте пойдем здесь. Да, вот тут броня лежит, которую я ранее не подбирал. Показались молодые люди, которые мне явно не рады. Вау. Вот это он хорош. Это он хорош. Как-то он меня прям быстро унизил. Ну, хорошо. Это мне надо теперь просто к новому управлению привыкнуть. И тогда все будет в порядке, я думаю. Потому что, ну, я теперь не могу ни на Q, ни на E наклониться. Давайте мы это, кстати, исправим. Потому что это, оказывается, жизненно важный. Клавиши. Так, наклон влево, наклон вправо. Так, секундочку, F5. Вы заработали дроп. Да, я попутно получаю дропсы на замечательную игру под названием The Elder Scrolls Online, поэтому дайте-ка я это дело быренько организую себе. Так,
Ага, 11 секунд назад, отлично. Продолжаем получать дальше. Потому что, говорят, там есть возможность получить целую главу. Я надеюсь получить Morrowind. Надеюсь, он не выпадет, и тогда у нас будет трансляция, соответственно, по Elder Scrolls Morrowind. Потому что что? Правильно, замечательная вещь для замечательных людей. Так, в смысле, а что насчет того, чтобы еще немножко выдать дропсов, дамы, господа, товарищи? Это, конечно, не самое подходящее время, чтобы этим всем заниматься, но, насколько мне известно, система дропсов именно для тысачей, она специфичная, но поэтому плевать, короче, я не буду этим всем сейчас заниматься. Ну его нафиг. Давайте вернемся лучше в эфир и продолжим выживать здесь. Это более полезно и интересно, и вообще кайф. Балдеж и прочее, прочее, прочее. Да, здесь я был, кстати. Ты, может, умрешь там? Офигеть, конечно, пушка, которую он использует против меня, ну, не дает мне пощады. Надо, короче, тоже переходить к более кардинальным мерам, потому что они явно мне спуску теперь не дадут. Как будто враги стали чуточку не то чтобы умнее, но более жестокие, что ли. С момента моего последнего запуска. Так. Обходит, смотрите-ка. Пытаются, по крайней мере. Только не вышло. Ибо я ваши приемчики знаю. Меня так просто не развести. А это кто что взорвал, интересно? Это был ты. Шелунишка. Так, еще одна аптека, чудесно. Ну, по идее, всех победил. Сохраняемся, just in case. Так, я неправильно, кстати, разальтабнулся. Вот так вот и вот так вот. Все, вот теперь можно смело полноценно играть. Все, извиняюсь, что прям так сумбурно-суматошно немножко сейчас все это дело проворачиваю. Это все-таки сказывается большущая жара. 3-4 градуса для меня, ну, редкость все-таки. Я хоть и любитель больших цифр и температур, но когда они наступают, как бы я немного не знаю, как себя вести. Данная ситуация не исключение. Так, стоять. А вот там, я вижу, лежит шприц. А как за этим шприцом мне залезть, интересно? Давайте разбираться. Это, наверное, где-то здесь есть. Подъем. Тут что ли прям надо запрыгнуть, но я вряд ли залезу. Отсюда я спрыгнул. Я тупо не хочу, конечно, возвращаться назад настолько, но у меня как-то шансов нет, что ли. Блин, все эти трупы, которые я тут, конечно, оставил после себя, но пугают, мягко скажем. Неужели я должен забраться именно по тому месту, где дрожит вентиль? Ну, давайте попробуем, конечно.
Но не получается. Я типа слишком маленький для этого. Это тупо взрывает здесь все, но не приносит ощутимых результатов. Здесь нет. Может быть, тут куда-нибудь можно запрыгнуть. Да, вот здесь точно я могу заползти по лестнице и посмотреть, к чему же это приведет. К этому. Так, вот только куда дальше? Наверное, сюда. Угу. Блин, как же громко стреляет этот автомат. Просто жуть. Так, так, так. Так. Вот так. О, все, ништяк. Полный набор. Сохраняемся. Идем дальше. Так, находим себе лишнюю аптечку. Если что, как бы, то сложность, по идее, стоит одна из самых высоких, чтобы противники не давали мне пощады. Ну, просто так интереснее будет. И, по-моему, я здесь был. У меня сейф как будто немножко... Раньше, чем я прошел на самом деле, в том плане, что, ну... А, бляха, муха, это труп. Ну, понятно, что, ну, я здесь уже проходил, вот там челик стоит, да. Я в него несколько раз убивался. Ай. Ну, плевать, плевать. Я думаю, можно себе позволить немного потусить в тех же местах, где я уже был, по той простой причине, что, ну... Здесь все-таки приятно перестреливаться, поэтому почему бы и нет? Почему бы не поубивать противников еще раз? Хотя, да, вот и новый уровень, соответственно, начинается. И здесь мы и закончили наш путь в прошлый раз. Так, ну мы все так же охотимся за Феттелем. Все так же происходят страшные непонятные вещи. Ну, ничего новенького. Все по-старому. Как сам, спрашивается. Лео любит Кай. Ну, пускай любит. Любовь — это хорошо. Тут что-то страшное будет? Ага. Мина. Ну окей. Мины — это не особо страшно. Меня таким не напугать. О. Еще один шприц. Продолжаем наш игольный путь. Так. Вот. Автосейв был. А то я думал, что за подтормозы начались. Как приятно, когда игра вообще не тормозит, в принципе. То есть, ну, она настолько гладенько идет. Я даже удивляюсь, что так можно было, в принципе. Так, ну мы, очевидно, не пойдем. По минам. Ну его нафиг. Мы ползем здесь. Ай. Roger.
Но может быть и зря, потому что что правильно, там могут быть, опять же, ништяки, которые я тупо-напросто упускаю из-за своего упрямства и нежелания стрелять по минам. Ага. Вместо этого я нашел каких-то ниндзя-ассасинов, невидимок. Я забыл про такого рода противников. Вот они могут дать мне прикурить, потому что они, по-моему, по стенам умеют ползать, по потолку. Соответственно, они еще и невидимые. Ну, прям полный набор. Но они, по идее, должны были позже появиться, разве нет? Видимо, нет. Ага, не докинул. Лох. Надо было сильнее кидать. Так, а имеет ли смысл вниз спускаться? По-моему, нет. По-моему, там верная смерть. Зато можно подняться наверх и здесь подняться наверх. Ваши патроны сыры. Я, пожалуй, заберу. Так, ну давайте сначала, наверное, там поднимемся наверх. Потому что там, по идее, прохода дальше нет. Интересно. Как скажете? Ну, зато сюда можно залезть. Чтобы что? Наверняка там будут противники на той стороне, да? Должны быть. Что, нету? Обалдеть. Как так? Ну, зато аптечка и шприц. И патроны. В принципе, я доволен. Тогда возвращаемся. Вот там, по-моему, кто-то пробежал, но это не точно. Мне, наверное, показалось. Я какой-то слишком рассеянный сел сегодня за игру. Да и не только рассеянный, на самом деле, еще и без одежды, к сожалению. Настолько вот жарко сидеть за компьютером сейчас, просто растекаюсь по стулу. Сейчас бы какую-нибудь пинаколаду, если честно, выпить. С таким бы удовольствием это сделал. Так, а мне все равно предлагают пострелять по минам. Вот тебе на. А, нет, стоп, не обязательно. Можно выключить что-то. Давайте мы это что-то выключим. И к чему это приводит? Враги на меня побегут, нет? Вроде не похоже на то. Блин. Я надеялся на то, что меня не убьет это, к сожалению, но нет. Увы, меня это убило только так. Ладненько. Окей. Вот зачем все это было на самом деле. То есть взрыв здесь фактически неизбежен, хочешь ты его или нет. Так, зараженная вода, источник прямо здесь, и, возможно, это не просто совпадение. Ну, я даже согласен, если честно. Все это, мать его, неспроста. Ну, мина. Так, может быть, тут не только мина есть. Икспаун, да, менять? Да, на X меняется вооружение. Точнее, гранату. О, новый автомат. Какой бы заменить только? Ну, давайте классический, наверное, заменим. О, да, винтовочка. Она довольно балдежная, если память мне не изменяет. Ну, по крайней мере, у нее есть классный прицел. Что, на мой взгляд, уже хорошо. Так, это берем.
Открываем. Выходим. Ищем приключения себе на жопу. Ведь пока не находим. А вот и проблемки, но какие-то они... Ой-ой-ой. Вот это жест. Вот это он ножки передо мной раздвинул, похабный мальчика. Я-то думал, типа, ну, он умер и в какой-то момент перестал стрелять, но нет, это он сознательно так сделал. Эх, ну, это его в любом случае не спасло. Так. Аптечек у меня максимальное множество. Больше патронов у меня никто не выдает. Вот там вот еще кто-то был. Но он куда-то испарился. Хотя я его слышу. А, он подо мной прям находится просто, окей. Давайте мы его обдурим. Откроем дверь, а сами пойдем здесь. О, а вот и боеприпасы, необходимые мне. Так, граната. Он умер или нет, интересно? Нет, не умер. Вот теперь точно умер. Так, здесь, по идее, сейчас появится, да, большое количество противников, с которым мне предстоит биться. И, по-моему, здесь появится сложный парень. Здоровяк. Пока его нет. Вот именно тяжелый бронированный тут еще должен быть. По идее, разве нет? Странно, я думал, он должен появиться. Ну, тем проще, тем легче. Какого такого сигнала ждать, а? Вы что там удумали? Переговариваются еще, смотрите-ка. А, вот здесь будет этот здоровяк, точно-точно. Вот это там раздолбасило, конечно. Судя по всему, на лестнице. Давайте посмотрим и порадуемся своим результатом. О, вот он. Эть. Оп. Икс. Икс. Эй. Блин. Тупо. Я думал, я успел за угол зайти, но нет. У меня кусочек, видимо, задницы торчал за угла. О, нифига себе, меня далеко откинуло-то, а, оказывается. Блин, блинский, умирать вредно. Ну ладно, мы довольно быстро разобрались со всей этой ситуацией, поэтому не критично. Вот так вот, так вот, потом мы... Спускались здесь вниз. Да-да-да-да-да. Вот так вот. Вот и весь разговор.
Давайте все равно используем аптеку, потому что смысл ее тут оставлять в одиночестве. А, это мышка. Я думал, это автоответчик, но нет. Ничего подобного. Так, этот мужчина решил убежать. Но далеко не убежишь. Блин, не простреливается. Вот поганство. Зато здесь простреливается. Сохраняемся, дабы не повторить ошибок прошлого. Письмо. Monolith Productions. Но это, видимо, пасхалочка в виде адреса студии разработчиков, что ли. Даже веревочка осталась напоследок после них, кстати. Экс. Меняем гранаты на обычные. Вы бы там еще громче переговаривались между собой, а, ребят? Блин, да что ж такое? Я кнопки еще путаю между собой, типа лечение и переключение гранат. У меня меняются местами как-то довольно быстро. Так, ну все, надо это самое перестать выпендриваться, надо сосредоточиться. А где остальные? Чё они выходят? И поумирать не хотят или чего? И по идее, это заставит их задуматься. Вот это полет валькирии. Ну, надеюсь, их полет послужит им уроком. Так, ну давайте, к сожалению, избавимся от пистолета. Возьмем лучше автомат. Он мне, очевидно, намного более полезен будет в сложившемся положении вещей. Божественная граната, замечательные рефлексы. Но тут они, короче, появляются на триггере только. То есть, когда я прохожу определенный участок, они выходят на поверхность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть! Это ты что делаешь, а? Ты как меня так шотнул? У меня полная хпшка была, между прочим. А это прям как кэпчик в Half-Life, а? Один в один, фактически. Ну ладно, хорошо. Так, ну, вылезай. Вылез. Вылез, чтобы отправиться на тот свет. Ух. Оружие аж в стены начало влетать от таких поворотов. Так, давайте сохранимся еще раз, а то я сам себе не доверяю даже. Что-нибудь такое убойное. Ну, наверное, это в самый раз будет против него. Да.
Он еще прям довольно точно бьет, к сожалению. В отличие от меня, блин, у меня что-то персонаж не хочет попадать куда следует. Штурмовик погиб. Это хорошо, что он погиб на самом деле. Типа без штурмовика намного лучше. Товарищи враги. Ну тут, по идее, еще... Ай, бляха-муха. Да, тут, по идее, кто-то еще должен был остаться, хотел сказать я. И это действительно было так. Все, расправились с последним противником. Не, вот что-то теперь дальше как-то стало сложнее, что ли, когда вот такой богатый выбор оружия появился, плюс начали появляться противники, которые не умирают с одной тычки. Игра решила как бы показать мне, что с ней шутки плохи. Так. Да господи. Все эти бочки, которые я дергаю по пути, блин, пугают меня похлеще маленьких мертвых девочек. Которых я, кстати, давненько уже не встречал. Где же они? Отличное место, чтобы одна из них появилась здесь. Но мне ее не дают. В принципе, и хорошо. Чем мне с ней пересекаться? Правильно, незачем. Незачем же? Незачем. Блин. Как тут внутрь-то зайти точно? Тут через окна я не умею пролить, к сожалению. Я этот самый. Немного неспособный здесь. Зато вот в это окно можно пролезть. Спокойно. Я эту гранату перед своим лицом увидел. Фактически это меня напугало. Блин, а вы не могли еще дальше появиться, молодой человек? Тут, кстати, немного разные разновидности противников, в том плане, что, ну... Погодите. Одну секундочку. Оп. Так вот, немного разные разновидности противников, в том плане, что есть вот такие солдаты, да, обычные, самые начальные клоны, а есть вот такие, это, видимо, более улучшенные, более... злые, что ли, в плане урона. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Но это уже за нами летят. Это мы таким образом прошли еще одну миссию. Могу ли я тут найти очередной шприц? Интересно, пока они летят. Видимо, нет. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Оперативный сотрудник ФИР направляется в штаб-квартиру Армахема в сопровождении бойцов отряда Дельта. Научный эксперт остается в резерве. Новых данных о происходящем не поступало. Задача. Штурмовая группа должна высадиться на крышу штаб-квартиры Армахема и предпринять попытку штурма. Первоочередной задачей по-прежнему остается нейтрализация Феттео. Вам поручается установить, что произошло с пропавшей разведгруппой отряда Дельта, а также выяснить природу угрозы. Ну, окей, звучит довольно весело. Давайте. Эпизод 4. На GTA 3 похоже что-то вот так вот, если смотреть, да? Ну, побольше мыла добавить, и будет вылитая GTA 3. Так, ну вот здесь уже
начинаются более лютые уровни. Да, вот именно поэтому как бы они и начинаются. LZ is hot, very very hot. Здесь просто противники прям, ну, ой-ой-ой. Немножко страшно себя ведут, плюс, опять же, пространство тут довольно замкнутое. Что у меня нихера оружия как-то не осталось адекватного, надо, наверное, что ли, маленький автомат брать. Хотя вот мы подобрали только что более большой. Блин, ну мне хочется с пистолетом бегать, мне пистолет прям нравится, поэтому давайте с ним походим. Может, мне его будут здесь почаще выдавать за хорошее поведение. Я слышал еще врагов, но не вижу, где они. Я прям слышал, как они... Ага. Ого, я ему голову отстрелил. Братан, ну ты гранат кидаешь, конечно, прям 0 из 10. Хорошо, что ты умер. Прям таким, как ты, не место в отряде клонов, я уверен. Тебя надо забраковать было. Хе. Хе-хе-хе. Класс. Вон обезжорка. Фактически. Так, вооружаемся пистолетом. Давайте пока этот автомат скинем. Возьмем вот этот. Сохраняемся. Идем дальше. Господи, блин, меня пропеллер напугал. Дожили. Но как-то действительно давно не было пугающих каких-то элементов. Ну, придется бу элементом быть мне самому. Ой, как я плохо кинул гранату. Не, нормально на самом деле. Одного убил. Давайте пока зимим немного против них. Они не узнают, что я их ударил. Остались только рожки да ножки. Так, этот парень убежать не успел. И хорошо. Так, молодой человек, что вы оставили после себя здесь? Автомат? Ой-ой-ой. Эти двое меня застали врасплох, если честно. Я не ожидал их тут встретить. Ну, они, видимо, тоже. Но я оказался ловче. Так, это значит, мне не показалось. Это хорошо. F5. Теперь у меня 135 увеличенного хепе. Да ты гад. Высуни голову. Блин. Челлендж сейчас что ли устроить, а именно пройти всю игру, используя только пистолет. Но мне патронов, наверное, не хватит. Их тут не так много, скорее всего, выдают. Это тогда придется экономить. И каждый выстрел будет на счету, что в какой-то степени прикольно. Да блин, не успел в сторону отойти, а? Камон. Как он классно умер. Погоди, я перезаряжаюсь. Спасибо. Икс. Ну вот да, у меня уже последний магазин с 9 патронами остался. Это как-то, ну, не солидно. Абсолютно. И где поблизости найти еще один пистолет, я не знаю. Ладно бы я хотя бы мог с пистолета-пулемета, то есть, ну, с МП-5. Да, щелкивать себе 9-миллиметровые, но нет. Нифига подобного. Ну, зато действуем по принципу один выстрел, один труп. Что по-своему эротично, вот только если бы я еще попадал нормально, было бы просто волшебно.
Я абсолютно не знаю, куда я стрелял, но это привело вроде как к хорошим результатам. Да, это особенно видно по этому парню, он прям возрадовался моему щедрому поведению. Да этот парень, в принципе, тоже, кстати, хех. Ну, еще немножко. Как-то прям очень много, кстати, шприцов. Я думаю, их немножко меньше раскидано по игре. Но нифига подобного. Их прям дофига. А ты как меня заметил сквозь стеночку, а, дорогой мой? Не хочешь мне сказать про это пару слов ласковых? Нет? Не хочешь? Ну ладно, смотри сам. Ну, наконец-то пошли ужастики. Я уж прям соскучился. Эй, какие люди, какой человек, какой замечательный геймплей. Да, это тот самый замечательный эфир. Один из лучших шутеров, на мой взгляд. И это пока... Я даже не знаю, подтверждается или нет. С одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, вроде бы и нет. Как бы, ну, а у меня были чуточку более завышенные ожидания, наверное, по отношению к этой игре. Потому что, ну, я в детстве прям от нее очень сильно балдел. Сейчас же она как-то играется, ну... Просто приятно, знаешь, как фильм, который ты смотрел тысячу раз, да, и довольно хорошо его запомнил. Вот примерно такие вот у меня ассоциации. Двойку проходил ностальгично. Слушай, вот я двойку хуже помню, чем единицу, соответственно. Тройку я не помню вообще, поэтому, как бы, когда я буду их проходить, будет, ну, интересно посмотреть, как оно там будет все для меня на самом деле. Как твои дела? Не умер от жары сегодня? Я вот прям что-то подраспаялся малость. Ай, потому что жара меня сегодня съела. Я из-за этого даже позже трансляцию завел. Ибо я хотел жить. Похолодало, собаку погладь за меня. Собаке большой привет. У нас, к сожалению, похолоданием не пахнет. Обещали дождь сегодня, но его так и не случилось, к сожалению. Се-ля-ви. Так, ну нам очевидно вниз. Туда же мы сейчас и направимся. А, да, слушай, что вторую, что третью часть очень сильно ругают за сюжетную составляющую. Это я тоже застал. Но я плохо запомнил, в чем именно там претензии сюжетные. А так, ну, блин, Fear это, по сути, не про сюжет игра. Это именно про шутерную составляющую, потому что здесь она, ну, для тех лет все-таки на высоте, как мне кажется. Ну и плюс, здесь довольно приятный движок, как ни странно. И даже несмотря на общую серую унылость, да, офисных пространств и бесконечных коридоров, ну, все равно довольно приятно смотрится все это. О, кактус. Кактус напоминает мне о том, что скоро мы встретим одного замечательного человека, который будет, соответственно, ходить с кактусом. Не, это просто Fear, не ремейк. Ремейка не существует, по-моему, а жаль. Хотя она и сейчас довольно классно смотрится, на мой взгляд, и ощущается тоже. И не ремастерит. Эй. Не успел посмотреть, кто это был, ну и ладно. А, вот здесь будут ниндзя появляться. Нас тогда в канализации только предупредили о их возможном появлении, а тут они теперь точно будут. Эх, фак. Как контрастно с игровым освещением фонариком. Слушай, тут освещение на самом деле довольно добротное, как мне кажется. В том плане, что, ну, оно здесь... довольно прикольно работает. Плюс тени есть, опять же... Тоже довольно здоровские. Просто, ну, эффекты уже, конечно, подустарели. Но, тем не менее, игра все равно
знатно выглядит. Ну, я понял, что как КС имеется в виду, да. У-ля-ля. Для тех лет все-таки движок был довольно, ну, мощный. Блин, я помню, что здесь, кстати, сейчас жестяк начнется. Меня сейчас тут начнут овнить, скорее всего, довольно люто. Ну, я готов. Выпускайте бычков. Вентиляционные крысы. Боитесь, да? Боитесь? Так, ну это Фитель нас пугает своими телепатическими штучками-дрючками. А, если бы сразу врубались, ну тогда во всей игре было бы очень темно, наверное, потому что здесь перестрелки довольно активные и суматошные в том плане, что, ну, попадаешь абсолютно во все стороны. И в итоге остаешься вообще без света. Но да, было бы, конечно, круто. Я согласен полностью, я тоже этого хотел. Дурак лампу специально не стал бы убивать, я бы стал. Я дурак. Мне нравится в компьютерных играх выбивать лампы, если честно. Это балдежно. Как мне кажется. Блин, пистолет бы найти, конечно, было бы прям здорово. Ну, вообще, да. Что-то такое было бы, конечно, прикольно вести, но, увы и ах, блять. Вот это было страшно. Но, увы и ах, нам такого не выдали, к сожалению. А можно я тоже влечу внутрь? И нельзя. Мне так просто влететь не дают. Про накладные, фу, не хочу я говорить про накладные, вы что, с ума сошли? Я что, на работе, что ли, по-вашему, нахожусь? Так, ну этот запрыгнул в вентиляционную шахту и был таков, судя по всему. Слушай, я тебя прекрасно понимаю, на самом деле, у меня прям приколдесных идей тоже вагон, как бы, мне только повод дать их где-нибудь реализовать. Но, увы, я программировать не умею вообще. Так, а что делать-то? Мне, наверное, надо какую-то кнопочку нажать. Не за ним же мне лезть, потому что я так прыгать не умею. А, мне, наверное, сюда надо идти просто-напросто, вот и все. Да, точно, я дверь не заметил. Так-то прям, ну, довольно действительно... Много классных идей существует, которые прям хочется реализовать, как-то осуществить, но, увы, никак это нам не сделать, к сожалению. Да ты маленький кусок говна, а ну иди сюда. Вот там и оставайся. Ну, ты ж, блин, Спайдермен, а хренов. Тоже мне. Джона Джеймсона на тебя нет, так, это кто? А ну назад. Еще один. Следующий. Прикольно, что я их на звук поймал. У них костюм издает статическое такое жужжание. И это их очень сильно палит. Просто бродил по локациям. Слушай, я вот в первой части тоже довольно дофигища времени провел прям. Я фактически, ну, оползал эту игру вдоль и поперек. Настолько она была крутой тогда. Вот и настолько мне прям нравилось здесь находиться и всяческие ситуации проигрывать и переигрывать. А, это космонавты. You have
Я думал, это эти наколенники, ол. Охлаждение поменять. Да, было бы неплохо, конечно. Да сколько можно сообщений, да кому? Ой, короче, понятно. Подача сюжета через такие голосовые сообщения, но это жестоко, на мой взгляд. Блин, классно он все-таки висит, а? Прям. Балдеж. Текс, окей. Нам получается сюда, да? Да, нам в эту сторону. Оп. Выходим. Как же здесь темно. Кстати, отдает прям третьим думам очень сильно, потому что в третьем думе прям уже лютейшая темнота была. Да, да, все верно. Все правильно продолжил. Как бы логическая цепочка тобою схвачена прям стопроцентно верно. О, кстати, я забыл, что у меня... А, нет, нифига подобного. У меня, оказывается, нет ничего попить рядом, поэтому страдаем без воды. Эх, фак. Так, здесь враги должны быть, по идее, если мне память не изменяет. Или нет? Или я ошибся? Кажется, ошибся. Блин, довольно прикольно ходить по таким, кстати, офисным помещениям прям. Тишина такая, так спокойно. Хорошая рифма, я считаю, получилась. О, пистолет. Твою мать, я второй поднял. Они как патроны, ну ёб твою мать. Ну ладно, хрен с ним, плевать. Хотя, сейчас я все это исправлю. Оп. Оп. Кайф. Да твою мать. Как просто патроны подобрать? Ладно, плевать. Просто так пойдем. Ага, вот, все, сюда. Логические задачки тут периодически встречаются, я как-то вечно к ним не готов, если честно, прям. Эй? Что за женский стон был, или это мне показалось? А то я отвлекся. Всем привет. С вами я. Я упал вниз. Но-но-но. А ну стой, жопа. Так ты гад. Блядский, да ты сука, блядь. Прошу прощения. Прикольно, конечно, с ними драться. Когда они начинают прям действительно исчезать, и ты не понимаешь, где они. Еще и пыль поднимается от твоих выстрелов. Прям. Ух, классное ощущение. Всем советую. Это того стоит. А, это телефонная трубка лежит, я понял. Но, наверное, кстати, здесь взять лучше дробовик против них. Прям будет в сам раз. Они же в упор подбегают, фактически. Так, завтра, кстати, надо будет провести стрим, скорее всего, либо с Fallen Arley, либо по Ведьмаку. Но сегодня... Не, завтра вряд ли будет Serious Sam, потому что чувак уже сегодня стримил. Соответственно, он же день через день у нас фигачит.
Ну, выходит, с ним у нас трансляция будет в четверг. Получается, да, завтра будет второй Ведьмак. Потом Тургор, который мы уже почти прошли, кстати. Но там, скорее всего, на две трансляции еще хватит игры. А может, я на выходных затяну? А вот и ты. Слушай, понимаю, на самом деле, потому что я тоже сегодня хотел не стримить, на самом деле. Я себя пересилил банально, чтобы начать трансляцией заниматься. Я тебя очень понимаю, тоже хотел отдохнуть, просто ничего не делать. Это он там упал, что ли, или что это за звук был? Ты что тут сделал, а? Откуда это достал? Это на самом деле самое страшное, как бы, что есть в этой игре. Девочка Альма даже рядом не стоит. Как он там вообще оказался, я даже представить не могу. Эх, ну ладно, пошлите на приключения дальше. Представляю себя Дашей-путешественницей в этом офисе. Не, он типа сверху упал, вообще с потолка. А дверь здесь, ну, ничего не запирает. Я думаю, это просто он, типа, ну, спустил, так сказать, давление из себя. Ну, окей, ладно, это его жизнь, его развлечение, поэтому оставим его быть. Ну, видно, что он здесь еще находился, вот его рабочее место, кстати, я прям сразу это понял. Что же мне, интересно, подсказало про это? Даже не знаю. Да, мужик, ну у тебя тут и бардак. Ага, харассмент, харассмент. Яна Ну, эта ошибка, да, будет нам, к сожалению, дорого стоить, потому что, ну, я думаю, ни для кого уже не секрет, но он является импостером. Проверка каждые 10 минут. Интересно, а если я останусь здесь потусить на 10 минут, они как бы будут проверять связь друг с другом? Или нет? Наверное, нет. Блин, мне от этой игры хочется в Моровинд поиграть. Прям настолько мне это все в детство возвращает. Я не могу. Ужас какой-то. Спасибо за спойлер. Ну, сорян, да. Я думал, типа, говорить об этом или нет, но... Считай, что мы квиты. Ты вот мне чуть-чуть спойлернул Call of Duty, да? Шепардом. А я вот тебе чуть спойлернул вот этим. Но, знаешь, я чисто ради ощущений советую попробовать в нее поиграть, потому что она прям, ну, достойная, я считаю. В Steam она стоит копейки фактически, как бы сейчас, ну, по крайней мере, в RU-сегменте. Вот. Тут еще мультиплеер есть так-то. Но его, по-моему, открутили от игры, к сожалению. Хотя я бы попробовал мультиплеер с удовольствием. Потому что перестреливаться с врагами здесь одно большое удовольствие.
И можно металлические колья в жопу вбивать. Что может быть лучше? Так, еще одна аптечка. Да, она прям сделана для меня. Тут даже крысы есть, их только сосать нельзя, к сожалению. Можно сделать вид, что ты это делаешь. Прям мечта. Фактически, а не игра. Так, я наверняка поднял еще один лишний пистолет. Да ёб твою мать, ну что за жизнь такая, а? Можно я, пожалуйста, с одним пистолетом буду ходить? О, эти. Сохранение контрольной точки, ништяк. Да, да. Все верно, возвращение к истокам. Они так мило, кстати, умерли друг с другом. Типа этот на его ножках прикорнул, как будто они на вписке уснули. Эх, хорошо. Так, ну нам сюда. А, точно, я же хотел дробовик взять. Ну ладно, плевать. Потом найдем. Найти его. Кого вы там найти собрались? Очевидно, меня. Десять из десяти, просто огонь. Да, вот и я о том. То есть, ну, тут прям такие темы можно устраивать. Закачаешься. Челик аж руки потерял от офигевания. Так, вместо чего бы взять дробовик? Придется вместо пистолетика, к сожалению. Эх, а жаль. Что за Макс Пейн? Вот я, кстати, что-то вот... В взрослом своем прохождении, как бы, ну, практически не пользуюсь буллет-таймом. А зря. Стоило бы, на самом деле, потому что, ну, с буллет-таймом тут довольно весело можно развлекаться. Но что-то мне так лень прожимать кнопку постоянно, как бы. Ой, идите, хватить, я как далеко сохранился, оказывается. Ну ладно. Зато сразу дробовик взяли. Перезагрузить центральный сервер. Отлично. Есть команда Poltergeist. Типа во вселенной Fear ты имеешь в виду, что ли, команда Poltergeist? Потому что, ну, тут, в принципе, же все вроде как завязано на том, что наш главный герой является одним из участников команды по паранормальным явлениям. То есть FIR — это, соответственно, аббревиатура, которая расшифровывается как Федеральное агентство что-то там по борьбе с паранормальной херней. Вот. Блин. Ну ладно, так тоже сойдет. Пыль, конечно, прям, ох, кайф. Про консоль. А, слушай, да, точняк, есть продолжение консольное, точно-точно. Ну, консольное, к сожалению, мы вряд ли будем трогать по той простой причине, что там, скорее всего, не самые лучшие порты будут. Ёб твою мать, как они тут овнят. С каких тут пор в дробаше 12 патронов, так это же спас 12. Он как бы создан для того, чтобы в нем было 12 патронов. Ну да, количество боеприпасов, конечно, оставляет. Место для размышлений. Блин, дробовик, конечно, полное говно на самом деле в этой игре. Я прямым... Ой-ой-ой-ой-ой, категорически недоволен. Хотя, сейчас было вроде бы даже неплохо. Чего? Я его располовинил нахрен. Окей, круто.
Забираю свои слова обратно, дробовиком просто надо уметь пользоваться, понял? Может, это какая-то модификация дробовика просто-напросто, вот и все. Блин, ну как же они увнят-то-то-то. Дробовик надо прям вообще в упор использовать. Фактически издалека он, ну, ничего не может сделать адекватно, к сожалению. Все аптечки потрачу, если честно. Жесть. Ну, у Сайги есть, по-моему, 12-зарядные магазины, кстати. Может, это типа просто Сайга? Но фактически это, конечно, не спас. В том плане, что, ну, он тут вообще называется ВК, по-моему, 12. Данный дробаш. Да, ВК-12. То есть это дробовик, созданный Пашкой Дуровым лично. Кстати, там ВКонтакте добавили такую функцию, как временные сообщения, которые по прочтении сжигаются автоматически. Это ли не прикольно? Да, как беспально пропиарить соцсеть, серьезно. Но учитывая то, какой дробаш все-таки дерьмовый, то у них, ну, не особо получилось, к сожалению, это сделать, поэтому мы. Так, ну от дробовика я, наверное, избавлюсь, хотя я так его и не использовал по назначению фактически. Но эти противники-невидимки перестали появляться, поэтому мы. Так, мы пришли сюда перезапускать сервер. Это делается здесь. Там примерно так и работает все, кстати, да. Там оно примерно так и работает. Плюс там еще, по-моему, можно отправить беззвучное сообщение теперь. То есть, ты кому-то пишешь, да, а ему оповещение об этом не приходит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Адиус, амигус. Давайте, наверное, лучше этот автомат возьмем, нежели чем дробовик. Пропинговать тебя в час ночи. Ну, там это типа зависит от того, захочет ли это сделать отправитель. В том плане, что, ну, это именно он решает, отправить беззвучное сообщение или все-таки отправить обычное. Ну, так что мелкие, я думаю, тебе все равно напишут еще раз в ночи. И задолбай тебе еще раз. Любит, но мелкий по ночам писать прям то кэпчику, то тебе. Пока что мне не написал. Это радует. Но я думаю, близок тот день, когда он мне это тоже сделает. Напишет прям посреди ночи. Но я-то умный, у меня абсолютно все социальные сети на беззвучном стоят, хех. Равно как и весь телефон. Уже много-много лет подряд. Так, сейчас, чувствую, начнется. О, девчина, давно не виделись, а? Да, то есть, ну, прям в Дискорде, то есть ВКонтактике, в Инстаграме, на Твиче, где я там еще существую. Ну, раньше еще в тележке было, но тележку я удалил. Я типа, ну, не вижу смысла, как бы, оставлять себе оповещение вибрационное, потому что, ну, в эпоху 21 века, когда ты общаешься с 1000 людей фактически, то, ну, это может превратиться реально в какой-то вибратор переносный. А мне он, ну, не особо нужен. Я и так неплохо справляюсь, в принципе. Во втором эфире фонарь светит дольше, слушай, это замечательно, потому что в первой части тут фонарь прям, ну,
У нас твой. Серьезно, прям немного напрягает он меня тут. Я уже об этом говорил на прошлой трансляции. Но я, так сказать, присоединяюсь к своим словам еще раз. А ну брысь. А ну брысь. Вот это самые неприятные уровни, пожалуй, были во всем эфире, наверное. В детстве, по крайней мере. На рейнджера хардкоре. Там, я помню, смотрел прохождение Мэдисона, по-моему, он в итоге прошел всю игру без фонарика, короче, пользуясь только зажигалкой. Ну, то есть он не знал, что фонарь можно заряжать, оказывается, как бы. Только под конец ему кто-то объяснил, наконец-то. Правда, он потом был за это забанен, как и все остальные, но тем не менее. Блин, можешь попробовать потом тоже на самой сложной, типа, сложности пройти метрошку первую. Она же у меня есть все-таки, как бы, почему бы и нет. Блин, вот это классное место, кстати. За что? За то, что ему подсказали. То есть, ну, Мэдисон, он не любит подсказки прям очень сильно, как бы. Я его, в принципе, понимаю, да, потому что, ну, подсказки — это такое специфичное, конечно, явление. Вот. Но это, типа, бич популярных стримеров, как бы, в основном. Слушайте, у меня это самое шестое чувство говорит, что здесь произошло что-то плохое. Ах да. Неважно. Так, идем сюда. Мне, наверное, сюда, да? Да. Так или иначе, в метро проходится без фонарика или даже без зажигалки. Ну, естественно, да. Но он не по стелсу, по-моему, проходил. То есть он-то на полную катушку там стрелял, если память не изменяет. О, опять эти ниндзя проклятые. Ну, давайте подеремся. Да, покажи мне свою кунг-фу, бич. Этот бич решил сбежать. Слабак. Трус. Ну, ПНВ это да. Конечно. С ПНВшкой жить намного легче. Так. А где еще враги? Сектор чист на барабане. Тут еще кунг-фу довольно прикольное, но мне лень им заниматься просто-напросто. Ёб твою мать, нихера себе как бомбануло. Да, я прохожу на максимальной сложности, все верно. Можно, конечно, ползать их всех прикладом по жопе бить и таким образом ваншотить, но это ж скучно. Хочется прям бегать, стрелять и веселиться. Так, еще немного боеприпасов. Ну, конкретно Фир, он на максимальной сложности довольно легкий. То есть тут просто надо чуть-чуть привыкнуть к боевке и более-менее, ну, ориентироваться в расположении врагов. Вот и все, как бы. Я только за счет того, что более-менее помню что-то
Так, гладенько иду. Если бы я проходил, допустим, в первый раз, мне было бы очень сложно. Блин, они меня заметили, к сожалению. Ей! Ай, блять. Куда стол перевернул? Че, Fallen мало счета, у него, скорее всего, просто, ну, открыто в какой-нибудь вкладке и все, то есть. Он вряд ли здесь присутствует вообще, обычно он всегда дает о себе знать. Вот. У него просто, ну, прям миллион вкладок открыто всегда, то есть. В браузере. Вот-вот, да, да. Вот такого чувака, короче, они бросили в шахту. В Call of Duty. Только тот седой был. Bishop. Aldous Bishop. Я не помню, выживет ли Бишоп или нет, если честно, по-моему, да. Давайте лифт искать. И подгрузочка, оп. Оп. Как я ножками махаю, а? Оп. Оп. Хе-хе. Класс. Так, где-то здесь он, по идее, да? Так, вот тут сейчас, по идее, будет нападение врагов, да. Тихо, тихо, тихо. Чё устроили-то, а? Это же фир, тут все дохнут. Так-то да, справедливо. Oh my. Ещё враги? Нет. Так, ну пошли. А, здесь нам надо пройти, да? Слушай, блин, мне так обидно, что у меня дедзона, к сожалению, идет очень плохо на компьютере. Типа, мое железо просто не вытягивает ее. Я бы просто с таким удовольствием бы стримил ее. Прям, ух. Но я даже вне стрима поиграть в нее нормально не могу, к сожалению. А очень хочется. Ну, когда-нибудь я все-таки насобираю на новую пекарню себе как-нибудь. Ну да, Warzone, я понимаю, о чем. А. Нам сюда. Это пипец, что такое? Ну хотя да, там такие люди, уже наигравшиеся, как бы так сказать, которые знают механики и прочее. Узнать причину пожарной тревоги, ну давайте узнаем. Давай. А мы пока продолжим наше путешествие. Task force. We're working on a study on the Auburn district over the past 25
Так, нам советуют идти на шестой этаж, но мы пока туда, естественно, не отправимся по очевидным причинам. Но мы поднимемся по этой лестнице. Как-то здесь намного меньше перестрелок, чем я запомнил. Вот что я вам скажу. В моей памяти их было больше в игре. Понятный какой-то заговор по поводу того, что здесь люди начинают себя плохо чувствовать. О, я помню, кстати, эту поездку на лифте, она классная. Она меня в детстве очень сильно пугала. С возвращением. Да-да-да-да-да, вот это еще помню. Я всегда угорал над этим. Сейчас она еще на меня пойдет здесь. Да-да-да-да-да. Класс. Поехали. И вот она в каком-то из углов появится, этого лифта, но я не помню, в каком именно, к сожалению. Я помню, в детстве меня это капец как до усрачки напугал. Или не здесь это было. Ведь в каком-то из лифтов точно произошло. Ай, я застрял. Все, вылез, наконец-то. Слава богу. Так, а чё я сюда приехал-то? А, мне сюда. Неочевидное решение. Чем-то Half-Life с Макс Пейном напоминает в такие моменты. Ходила за игроком? Лол. Блин. Я надеюсь, у меня такой баг произойдет. О, балдежный лифт, так-то, слушайте. Я тоже хочу. Второй прототип, ну так потому что первый прототип это я. Ой, а здесь, кстати, похоже на Afraid of Monsters. Я прям помню начало этой игры. Прям один в один фактически. А, скинуть видео с этим багом? Да, кидай, слушай, раз его пофиксили, тем более. А жалко, что пофиксили прям. Сраная птица, а? Блин, я сегодня дохлую чайку видел, такие же они здоровые, все-таки я прям кошмар. Больше, чем я сам. Так, что, противники, да? Да, противники. Трагичная смерть. Еще одна трагичная смерть. Главное около бочки не стоять. А то взорвемся нахрен. Да. Классно, взорвались все вместе, прям дружно, весело. Задорно. Так, пробегаем заново. А я вот только о тебе вспоминал, Кэпчик, привет. Да, я согласен, очень жарко, прям. Кошмар просто. Ау, как они так быстро все-таки убивают, прям кошмар.
Я лично, ой, весь взмок сегодня и продолжаю это делать. А у тебя как дела, Кэп? Все ли у тебя хорошо, помимо того, что тебе жарко? Так, давайте сохранимся здесь, чтобы по этому карнизу не ходить больше. Блин, хочу плавленый сырок. Я сегодня купил целую пачку плавленного сыра, как бы. Ох, он, по-моему, и съел в один присест. Вот такой вот я человек. Но как же это было вкусно, прям. Вы бы знали. Жалко, что не могу удалить свое сообщение, но слушай. Надо принимать свои ошибки, как бы даже такие кардинальные, как это. Не будет тебе отныне покоя. Поэтому учись принимать сотворенное как данное. Иначе будет тебе очень тяжело дальше. Нет, о-о-о. Какой ты решительный сегодня, а? Во второй части, ну тоже неплохо, но, ну надеюсь, они во второй части это все-таки не пофиксили. Я хочу увидеть это воочию. О май. Что-то я не хочу туда идти, там как-то это самое, слишком много огнеопасных бочек. Я прям как чувствовал, что он меня будет обходить, а? Я прям как знал, что ты это совершишь. Шалун. На меня так просто не возьмешь за жопу. Моя жопа чувствует такие вещи. Так, я вижу, что ссылку кинули ща. Оп. Ща перекатимся, посмотрим, что там оно за бугагашенька. Альма Глич. Видите, она стрёмная. Блин, выглядит как игра на третьей Sony PlayStation. Прям настолько она мыльная, что ли. Ек. Мотаем дальше. Пойдет ли она за ним в воду, интересно? Не, в воду она за ним не идет, а жаль. Было бы смешно. Она еще так прикольно прилегается, кстати. Слушай, она красивая, кстати. Симпатичная. Вот он к ней в упор подошел, да? Прям. У нее только, понимаете, в чем прикол, короче? У нее лицо здесь более взрослое. То есть оно не соответствует лицу ребенка. О, господи. Слушай, я если бы не знал, я бы вообще обоссался, если честно. Ой, капец. Блин, надеюсь, у меня такое же произойдет. Я хочу. Я хочу такое у себя почувствовать. Так, сейчас, одну секунду, я что-то это самое неправильно разальтабнулся. Так, это сюда. Это сюда. Извиняюсь, что я громко засмеялся, конечно, но это было действительно смешно. Ой, жесть. Блин. Женщина мечты летает прям. Класс.
Ну вот, надо будет проверить, если у меня все-таки этот баг появится. Я ее, естественно, потащу на вечеринку в бассейне, как бы куда без этого. Смех стримера самое страшное в этой игре, ну тогда. Да и не только в этой игре, я думаю. Вот представляешь, спишь ты ночью, да, никого не трогаешь. Типа тишина, за окном птички поют. Где такое слышишь? В соседней комнате, например, да? Вот это было бы страшно. На консоли на ПК не было ничего такого. Блин, обидно. Ох, блять. Нормально. Но я верю в чудо. Эй, блять. Жарко. Больше ржал, пока искал этот баг. Баг с пауками кидай. Баг с пауками в Скайриме тоже звучит перспективно. Блин, с одной стороны, так хочется в Skyrim, с другой стороны, так не хочется в Skyrim. Прям, все не могу решить, стоит ли его замодивать или не стоит, или ванильным проходить сначала, а уже потом моды накатывать. Ну, ванильный, наверное, мало кому интересен будет. Конечно. А модами можно, блин, всю игру себе сломать фактически, потому что... Модов-то на него до хрена. Так, скинул, да? Давайте посмотрим, что там за оно. Эть-эть. Раз, два бага, 443 ща. Топ-13 страшных багов из игр, о господи. Вот это начало. Стрёмное. Так, 4... Много багов встречается в играх Bethesda. Оно и понятно, это игры с невероятно большим открытым миром и морем возможностей. Так, четыре... Ой, господи, блядь, я альтабнулся как бы в одну сторону, потом посмотрел на экран, чуть не обоссался, блин. Так, 4.30, 4.32, ну давайте тут. Думая от страха, он решает отрубить ей башку, но и это решение никак не справляет этот баг, и отрубленная голова женщины все еще подает... А, это женщина? Идите, хватит, вот это стрёмно. ...происходило с головой доктора Митчелла, причем встречалось это у многих игроков на ранней версии игры. Если помните, в самом начале игры он просто сидит и общается с главным героем. По крайней мере, так это должно быть. А вот так вот это выглядело в первой версии. Да, такой я видел, кстати, такой бак у меня был. Как у него башка крутится. А вот такого у меня не... О, май. А, блин, слушай, такое у меня, кстати, тоже было. Например, здоровенные пауки, которых очень сильно... Как паучки танцевать начинают. ...которые издавали жуткие забагованные звуки. Бля, вот людоеды, это реально крипово. Ну там вообще у чувака, судя по всему, игра сломана нахрен. Но рассказывать обо всех багах я не вижу смысла. Блин, ну беседка, она в принципе как бы забагованный движок выпустила. Я считаю, неподходящий для того, чтобы выпускать на ней приличные игры. Но кто я такой, чтобы ко мне прислушивались? Ех. Да еб твою мать, опять я неправильно разальтабнулся. Сейчас, секунду. Так, что там у меня идут? Эти самые или не идут? Нет, дропсы не идут, к сожалению. Блин, а что за стоит? Так мало дропсов или можно получить? Все компании. Где оно там? Warframe, Elder Scrolls Online. Награды. Она участника. Хорошо, дайте я попробую кого-нибудь другого получить. Дропс. Я все-таки надеюсь получить бесплатно главу в этой игре. Сломал стримера? В смысле, я прям совсем сломался, да? Но я не чувствую себя сломанным. Я чувствую себя вполне хорошо.
Или, может быть, у меня просто микрофон выключен? Нет, микрофон включен. Это хорошо. Блин, фури стримы. А, чуваки, я, короче, недавно по улице гулял в России. Я, по-моему, рассказывал уже, но я расскажу еще раз, короче. Шоу никого не трогал, да? Ничто не предвещало беды, как на меня выпили 2 или 3 фурсоны. То есть 2 или 3 человека в костюме фурей. И сверху у них были еще эти самые плащи Акацуки из Наруто, которые... Это было действительно страшно. Я к такому не был готов. Они на меня повувкали, порычали, помахали хвостиком, потерлись о мою ногу. Подрайхампили ее, если вы знаете, что это значит, и оставили меня в покое. Жуткие события прям происходят на улицах нашего города. Жуткие. Так, а я потерялся, ребят. Не знаю, в смысле не знаешь? Что именно ты не знаешь? Жутко ли это событие или нет? Если бы на тебя такие напали на улице, ты бы тоже испугался. Так, я что-то начинаю кругами ходить. Вот дальтабус, вот теперь я точно сломался, да, я не понимаю, куда идти. Наверное, куда-то сюда. Да нет, да что да нет-то, что не знаю, господи. Эпчик, мы теряем общий язык. Или ты хочешь сказать, что тебе бы это понравилось? Я как бы не осуждаю, но... Мне просто интересно. Так, наверное, нам сюда. Но здесь никуда не пройдешь. Лифты вырублены. Плюс здесь лежал только этот самый шприц. Тоже нет. Хм. Тебе не угодишь. А если бы это был я на месте собачки? Так, что делать-то, ёб твою мать? Куда идти? Куда податься? Сюда? Да, сюда. Да нет, не сюда. Да ёб твою мать. В обратную сторону. Все, все, все. Я сообразил. То есть сюда. Потом. Сюда. Во, все. Етить, колотить. Вот это прям... Гениальность левого дизайна, безумная. Еле сообразил. Нос чешется. Все, нос почешен, кризис миновал. Так. Эп. Отлично, новый уровень. Радует, кстати, что пока что ни разу... Игра не вылетела, как в прошлый раз, допустим, да? В прошлые разы она меня как-то, ну, немножко подставляла, конечно, по запуску. Это ты караты пацан, конечно, блин. Все, успокоились? Вроде да. Анекдот. О, анекдот — это хорошо. Как-то раз шли 3 мужика по лесу. Внезапно они поняли, что потерялись и не могут найти дорогу домой. Долго шли, пока не встретили волшебника. Он предложил им выполнить его задание, взамен которого он поможет им вернуться домой. Однако, в случае провала, он их убьет. Мужики согласились, и волшебник сказал каждому принести по 10 фруктов. А я, к сожалению, знаю, чем это все закончится. Только в той версии, которую я знаю, там эти самые были людоеды-каннибалы. Хороший анекдот, кстати, он мне понравился. Он довольно... смешной. Там, по-моему, в конце кто-то ананасы нашел. Читал про хозяина и рабов. Осуждаю. Рабство — это плохо. Даже людей кушать более
приятно, нежели чем рабство в 21 веке. Дожили. Называется. Ну давай, вылезай. Не хочет. А что у вас тут за вечеринка была, на которой я не был приглашен, я не понял. Нет, там если рабы выполнят, они свободны. Хозяин более-менее одобряет, то есть хозяин либерал. Вот я, кстати, сейчас читаю Троцкого активно, да? Там, собственно, тоже про это все. Разговоры идут про помещиков, которые, типа, ну, и дворянство, которые заигрывали с революцией. И в итоге, вместо того, чтобы, ну, помочь самим себе, да, они в итоге помогли делу революции и фактически из-за своих либеральных взглядов, ну, довольно жестоко поплатились, к сожалению. Вот это, кстати, классно, он автомат уронил, а? Балдеж. Пришла улитка? Да, про улитку я знаю этот бар, анекдот. Есть еще вариация про то, что у нее дом горит. Типа она приходит один раз, потом спустя неделю второй раз, и каждый раз просит по стакану воды. Бармен ей типа наливает, она уползает. Вот. И где-то спустя недели 4, наверное, бармен такой спрашивает: а ты что, собственно, ползаешь-то? Улитка отвечает: так у меня дом горит. Вот. Я анекдоты читаю фактически на постоянной основе. Да у меня вся жизнь один сплошной анекдот, так-то если подумать. Так. А меня типа с собой не хотите забрать? О, наконец-то охранники. Ой-ой-ой-ой, бля. Вот тебе наконец-то и охранники. 4 недели горит дом, ну там да. Дом, судя по всему, здоровенный. Так, а они все-таки подстрелили того мужика, что ли, да? Кто такой Бишоп? Ай, ёб твою мать. Счастливого полета, мужик. Надеюсь, ты знаешь, что делать в космосе. Сука. Ну нет, это, видимо, типа проблема движка самого, что противники иногда вверх взлетают. Так, анекдот. А, вор на зоне. Обожаю собак и ненавижу котов. А что так спр... Ай, епи-пи-пи, твою мать. Я анекдот читал, собака. Ненавижу собак. А что так спрашивают его? А вот представьте, подыскал я в натуре виллу. Пальчики оближешь сторожевого пса. Месяц прикармливал. Пришел, наконец, ночью на дело. Он меня как родного встретил, всего облизал. Ну, я сигнализацию отключил, замочки отомкнул, ни один не звякнул, а в прихожей наступаю коту на хвост. Кайф. А кот возьми и обоссы его. Прям в тапок. Вот мне еще нравится вариация про шляпу анекдота. Я скидывал Fallen Arley в чатик на одной из трансляций про адмирала. Довольно хороший. Ща рванет. Вау. Просто вау. Блин, опять заново отстреливаться здесь. Да что ж такое-то? Ай. Ай. Больно. Знаете песню про «Я играю на гармошке у прохожих на виду»? Да. После вуза нужно как-то заработать на еду. Это же за. У меня, короче, рядом с домом находится пешеходный... Ой, ну, подземный пешеходный переход рядом с метро, да? Вот, и там у нас фактически
каждый день кто-то выступает, и очень часто можно увидеть людей, которые играют на классических инструментах. Плюс иногда даже бывают целые ансамбли песни и пляски. Блин, серьезно, там человек 10 иногда стоит и играет на классических инструментах. То есть, ну, прям эпичное зрелище. Ну и, естественно, очень грустное, потому что когда люди таких талантов и возможностей вынуждены таким заниматься, ну, становится как-то грустно. А вообще песня про «Я играю на гармошке у прохожих на виду», это же, по-моему, про пиво, там, по-моему, «Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам и маск... и вода по асфальту рекой». Как бы там, по-моему, если как-то сложить начальные строчки, то акроним получится, вроде бы. Ивко. Блин, не дает анекдот почитать. «Сынок, что за чудовище ты нарисовал?» «Это наши соседи». «Соседи? Почему?» «Ты сам говорил, что у нее ноги от ушей, а у него руки из жопы». У. Это похоже на меня. «Главное правило в спорте. Приняв низкий старт, проверь, не разбегается ли кто-нибудь сзади шестом». У. Май. Блин, я в своей жизни тоже как-то один раз... ну, да, блять, кто... Аптечки кончились, ёб твою мать. Так вот, я однажды тоже принял низкий старт. И, короче, все закончилось тем, что у меня появилась куча шрамов на руке правой и на левой немножко. Вот, потому что мне отвесили пинка, блин, когда я начал бежать. И я не справился с управлением и запутался в своих собственных ногах. Как же я проскользил потом по асфальту. У крови было. Мясо. Было больно. Я слышал чьи-то шаги. Так ты ж собака. Мам, ну дай еще и риску. А попа не слипнется. Мам, я ее в рот положу, ну... Попа-то все равно слипнется от этого. К сожалению... Ты же лопнешь, деточка. Папа, а ты налей и отойди. Как говорилось в знаменитой рекламе в нулевых. Да сколько вас тут, а? Когда у тебя мало хп, игра начинает приобретать довольно интересные ощущения. Надеюсь, это кого-нибудь убило. Но нет. Блять. Сука. Ай, как же они овнят с дробовиками, не то что я, блин, а. Fuck you. You fucking fuck. Отлично. Текс. Еще одна аптечка, чудесно. Выход на крышу. А, я здесь был. Судя по телам обезглавленным. Такая летняя ночь здесь прям. Да. Простите, мужики, но романтичной прогулки на крыше не будет сегодня. Она закрыта на реконструкцию. Ты
Да это подстава, кстати. Я вот этого чувака в темноте вообще не видел. Бля! Мой сигнал пропадает. Я сам чуть не пропал. Ты чё? Тихо, тихо, только не по голове. Так, ну под водой ничего нету, по идее, да? Да, ничего нет. Поэтому выплываем отсюда. Отлично. Пройдите обратно в главное здание. Ну, придется. Что еще остается? Ох, зря я это сделал. Ох ты ж, ёб твою мать. Блюп. Да что ж такое? Дайте мне спокойно пройти дальше, иначе я буду жаловаться менеджеру. Так, зато шприц подняли. А ну теперь нам сюда. Не, все-таки что не говори, но освещение в этой игре просто 10 из 10. Огонь. Мне очень нравится. Сказал Джифантруп, глядя в темноту, в которой ни хера не видно. Так, ну мы совершили полный коллапс здания этим самым действием, конечно. Хорошо ли это? Не знаю. Наверное, нет. Давайте сюда сползаем. Там, по идее, что-то есть. Жена мужу. Когда тебе хочется секса, я для тебя просто розетка. Муж, это ты розетка, а хорошая жена тройник. У-у-у. Хорошая жена — это вообще, по сути, переходник. О, кстати, да, надо бы переходник купить, я все забываю об этом. А то мне моего тройничка не хватает. Ох ты ж, блядь. Это хорошо, что я сюда не пошел. Хорошо, что я решил спрыгнуть. Да, спасибо. Да я просто, ну, когда новый стол получил, мне теперь телевизор не совсем удобно как бы подключать к компьютеру. Я это сделал, да, но мне теперь не хватает как бы разъемов адекватных, потому что приходится провод от телека, ну, совсем уж по-извращенски прокидывать. Я где-то должен найти вентиль, наверное. Да, вот он. Анекдоты — это на самом деле как бы, ну, замечательная вещь. Я бы их в школе преподавал. Потому что, ну, это же культурный уровень как бы людей показывает. Плюс отражает какие-то исторические события. Ну, фактически кладезь информации полезной. Так, я, наверное, не туда иду. Я слишком назад возвращаюсь, кажется. Сомневаюсь, что они настолько жестоки должны быть по отношению ко мне. Да, я где-то упустил вентиль, видимо. Па-па-па-пам, па-па-ра-пам. Ну окей. Так, соответственно, сюда, потом вот тут где-то он должен быть. Если бы я был вентилем, где бы меня можно было покрутить? Ну, вот этот, конечно, выглядит логичнее всего, но его потрогать вообще нельзя. Может быть, где-то здесь? Ай, блядь! Сука! Как я испугался, мать твою. А, ну вон тот вентиль мне нужен, очевидно. Но как к нему попасть? Не, ну это бред какой-то. Стоп, погодите-ка. Давай, спасибо, что заглянул. Спасибо за анекдотики, спасибо за видосик. Приходите еще. Будем рады. А, бля, вот я тупица, нам сюда. Все, я закончил тупить. Продолжаем веселиться. Так, а сколько времени в реальной жизни? Пол 11, ну нормально еще, в принципе. Ах ты ж, блядь. Жора, ты че пугаешь, мать твою, а? Ты че так громко, главное, кляцнул? Решетка нет, чтобы потише это сделать.
Жора. Ну, ништяк. 150 хп. По-моему, максимум здесь это 200. Будет. Так, соответственно, здесь я могу выйти, здесь я могу пройти дальше. Проползаем. Страшно, да? На тебе по лицу, блин. Тоже мне. Угла огородная. Так, вот тут сейчас, по-моему, враг появится. Место выглядит так, как будто сейчас произойдет битва. Все-таки очень сильные Half-Life 1 вайбы в этой игре присутствуют прям. Так вот, если посмотреть типа издалека, да, то похоже на очень сильно улучшенный Half-Life. И это комплимент. Так, а зачем я уровень воды поднял, интересно? Чтобы что? Отсюда я пришел. Первый эпизод Пенумбра, да, есть сходство, потому что, ну, внешне одинаково выглядит в какой-то степени. А, мне под воду надо, точно. Типа, движки-то, конечно, хоть и разные, но именно по графике прям схоже. Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня, ну, те же ассоциации фактически. Но я первый Пенумбру, да и в принципе серию эту буду вряд ли проходить на канале. Слишком у меня уж подгорело с сюжета. Первая часть просто замечательная, но то, что там дальше происходит, это прям какой-то кринж. Да, вот здесь сейчас враги пойдут, по идее. На лифте появится. Я лев или я прав? Я лев. Он меня тупо пригвоздил. Как же я тупо разыграл этот момент. Так, а я уже нажал? Нет, еще не нажал. А, здесь в любом случае пройти нельзя, я понял. Надо в любом случае лезть наверх и пробегать дальше. Никогда не нравилось драться с этими здоровяками, если честно. Очень уж они больно бьют. Какая замечательная граната. Будет очень жаль, если кто-то ее взорвет здесь. Фух, очередной уровень пройден. Ну, давайте, наверное, на этом на сегодня и остановимся. Все-таки время позднее, к сожалению. Я сам, конечно, виноват, что так поздно завел, но из-за того, какая жара, я не могу, к сожалению, адекватно
транслировать то или иное действо. А если что, стрим будет завтра, соответственно. Завтра, скорее всего, будет у нас второй Ведьмак. Надеюсь, он у меня не будет, как в прошлый раз, выкобенился. Я его предварительно, естественно, проверю на адекватность. Так что будем надеяться, будем надеяться, будем надеяться. Спасибо большое всем тем, кто сегодня ко мне заглянул на Огонек. Было приятно вас всех увидеть. Было приятно со всеми вами пообщаться. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, вы не растаете от этой жары. Посылаю вам лучи весеннего легкого бриза с Адриатики, не знаю, откуда, оттуда вот где-нибудь, да, вот найду его и вот вам посылаю, короче, чтобы было прохладнее. Все, всем спасибо, всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.